Итак, мы продолжаем мастер-класс. Дальше мы будем готовить льем сюда же? Шарики. У нас не получится лить, мы будем сейчас крутить. Шарики. Да, у нас будут шары. Для этого нам понадобится... Это мы оставим для женщины. Для этого нам понадобятся бобы, которые мы замочили на ночь. Я пью. На ночь намачиваются бобы. Сколько они проращиваются, вот эти? Сутки. Подождите, они не пророщены. Просто замочены. Просто замочены. Я понимаю, я на параллельно еще спрашиваю, потому что если вы знаете, значит, это сыроедение, правильно? Да, сейчас. Так, после этого мы положим сюда, добавим. Я думаю, нам... Илью Радугу знаете. Вы московские? Я одна. Илью Радуга. Так, затем нам понадобится рукола и перец, полагаю. А вы, значит, в микро не ездите? Нет. Затем кешью. Я езжу. Я тоже. Я уже 5 лет езжу. Ёбный, в вашем доме вообще что-то, наверное. На Новокузнецке. Так, затем мы добавляем сюда... Так, мы что, еще орехи рукол положили туда, да? Да, чуть-чуть орехов кешью. Затем рукола нет, я думаю, достаточно. А вам нужен ножик? Вот ножик. Берите. Так, затем мы добавляем... По-моему, это все. Да, а еще мы добавляем чуть-чуть у нас зелень пока идет. Перцы и орехи. Масло кедрового, да? Чуть-чуть масла кедрового, да. Это кедровое масло. Зеленушки хватит? Зеленушек можно все положить. Фалафель. Так, затем мы добавляем чуть-чуть соли. Ну, не знаю, кто-то соль ест, кто-то не ест. Такие вот, ну, я думаю, все сейчас едят, да? Не едите? Совсем? Хорошо, мы не будем класть соль тогда. Мы, если кому-то надо, будет пошить. Нет, вы положите, как вам удобно. Я съем, почему даже не все. Это куркума? Это карри. Карри, чуть-чуть ага, мы даем. Да. А как вы знаете, фиксовать? Ну, я уже готовилась. А вы уже знаете. Положите соль, да, посмотрим, как вы делаете, чтобы получилось так. Да, как она. Есть, а вы соль добавляете почему? Ну, это просто дает вкусовые качества и все. Ага. То есть это они на самом деле добавляют. Индивидуально. В принципе, я когда сыроед, занимаюсь сыроедчеством, я тоже не ем. Нет, соль не употребляю. Вот, а так, в принципе, то есть больше ничего. Все, сюда из специй идет соль. Затем можно перчика добавить. А вот там три тарелочки, это не перец? Думаю, перец. Перец. Черный перец. Чуть-чуть. Перец. Какой это перец? Черный. Это не совсем тот перец. У нас есть другой перец. Он лежит на... У нас там большой такой. Он молотый, но другой. Все. Черный перец у нас на столе там. Такой пластмассовый штука. Как она выглядит? Черный перец. Там один. Пластмассовая штука. На столе? Да. Ну и все, и в принципе нам нужен блендер. Thank you.
сейчас мы вытащим эту смесь сюда, вот я думаю, вот. Перчик еще, да? Он был вовсе не на столе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Столе ничего нет. Вот. Так, ну хорошо. Не-не-не, это горчица вот сейчас именно. А можно мне перец? А это перец. А, я думала. Так, вот. Хорошо, я сейчас принесу сам все. Там нет ни столе ничего. Угу. Со стола убрали все перцы. На улице там будет дождь. А что там с погодой? Вот. А мы уже это сейчас, подождите, сейчас надо загружать по новой. Мы не успели. Это большие. Так, мы добавляем чуть-чуть черного перца сюда. Чуть-чуть. А можно просто показывать, какой он? Да. Крупный помол, а, да? Горошек. Да. Черный перец. Да? А, да, все понятно. Это душистый перец, может. А, отлично. Вот. И мы это все обваляем в кунжуте. То есть эти сейчас будем брать шарики, да? А-а-а. И будем обваливать их в кунжуте. Да? Мы высыпаем кунжут на деревянную плоскость, да? Берем смесь, катаем их в шарики и сверху обматываем в кунжуте, да? Все, можно а нам тоже надо это катать? У вас руки все чистые? Нет, я поэтому спрашиваю. Давайте, если... моем руки и все катаем. Да. Это чистые, я как раз пошла помыла. Ложечка нужна еще. Ложечка, чем мы будем вытаскивать. Да, будем закончить, все понятно. Нет, это девочка. Я не знаю. Можете попробовать. Можно, да, да. Спасибо большое. Итак, лучше, нам нужен кунжут. Вот, мы берем кунжут, жареный лучше. Да. Хотя, если. Да ладно тебе. Если сыроеды, надо да. Попробуй, еще. То. Кушать, не кунжут не жарит, да? Mm-hmm. Кунжут все сырое. Поэтому кунжут. Кунжут. Маша. Вот, поэтому, если мы полностью сыроедческое блюдо, да, то стараемся не жареное ничего класть. Соответственно, орехи тоже не жареные должны быть. Кунжут стараемся тоже не жарить. Да? Но вот здесь он жареный, поэтому, в принципе, я думаю, ничего страшного нет. Главное основу понять, да? А сами вы там будете уже как хотите. Итак, тарелочку. Мы можем сюда. Сюда, да? Что, куда-то отдала, выйду, а куда она делась, вот эта квадратная? А вон она. Руки у всех чистые, да? Будь здоров. Так, ну, я думаю, все. Уж мы не будем ковыряться. Так, мы берем небольшой. Ну, в зависимости, вы можете и большой брать, да, как вы хотите, в общем-то. Ну, примерно вот такой вот шарик, да.
пято вымываем. В зависимости от количества бобов, если мы кладем больше, да, угу, то они получаются погуще. Угу. Вот, и затем обваливаем их кунжут. А вот то, что продают иногда кришнаит, это не то же? Нет. Угу. Такие они не делают. Угу. Огромные шарики, сейчас маленькие делают. Делаем, пробы. Это фалафель? Ну, фалафель чуть по-другому делать. Угу. Погода будет 23-24. Когда? Ну вот, всю неделю. Всю неделю, да? Да? Ну, завтра как малооблачно, а послезавтра уже ясно. А сегодня что это, какая она? А сегодня плюс 20. Сегодня плюс 20? Да. А, теперь будет 24, да? 24 это уже радует. Нет, давайте, знаете как, смотрите, вы чуть не так делаете. Чуть-чуть не так делаете, надо шарики делать. У вас не совсем шарики получаются. Давайте шарик. Шарики, да? Ну хорошо, давайте вот. Пошли. Ага. Шарики, шарики, шарики. Ага. Шарики, шарики. Можно я вот это подправлю? Можно, можно, можно. Угу. Нет, надо пожать их чуть-чуть, видите, у вас трескается пополам. Вы их пожестче сжимаете, не бойтесь, не бойтесь. Что с ними случится? Не-не-не-не, не пальчиками, не пальчиками. Вот смотри, берешь так вот, да? И катаем. Да? Почему важно, чтобы были шариками? Ну, эстетически тоже. Ну, мы сейчас это делаем шарики. Вы можете квадратики дома делать, можете вообще фигурки вырезать, как вам удобно. Шарики. Как вам удобно. Я вас просто учу, как делать шарики. Есть какой-то еще философский смысл? Ну, особо философского нет. В желудке все будет классно. Пел философский. Вот, вот, вот. Пока их валяешь, они уже форму меняют. Ну и что? Тут же их раз.